посмотри, что это такое, как ты думаешь, для чего нужен этот предмет. Вот такая интересная конструкция. Это чтобы пленку делать. Кстати, ты видишь, что вот здесь вот такая штука, которую можно, в принципе, прикрутить даже к нашему столу. Может быть, это тебе что-то подскажет. Смотри. Вот. Дальше посмотри, как может действовать этот механизм. Наверное, шить. Да. Швейная, это чтобы шить. Я знаю, что это, но я забыл, как это называется. Ну хорошо, не говори мне, как называется, для чего это необходимо? Это чтобы вот так кадры фильма делать для раньше. Мне кажется, так. Это ты думаешь для того, чтобы снимать? Да. Фильм. Это можно было точить. Точить. А что мы будем точить? Дерево. Дерево? Угу. Нет. Это чтобы сделать скрепки. Давай. Наверное, все должно вот вставлять. Что-то. Что вставлять туда надо? Не знаю. Я поняла. Что? Что они делали клубки из этого. Молодец! 5, да? Отлично. Наверное, туда можно что-нибудь засунуть. Да, можно. А, чтобы шить. Нет. Так, я тебе скажу, вот сюда можно вставить нитку. Угу. Так. И что можно сделать? Ручку подними. Вот сюда можно вставить нитку. Да? И шить. И не шить.